Привет, завтракать будешь? Угу. Это у тебя от ручки? Не знаю, само появилось. Черт. В чем дело? Ты сегодня не идешь в школу, я вызываю врача. Что? Почему? Ничего лишних вопросов. Настя! Деньги на автобусном столе, до школы доберешься сама. Хорошо, мам. Идем. Сказал, пойдем. К сожалению, это неизлечимо. Это никак не лечится. Я сочувствую тебе, парень, но тебе лучше залечь на дно и не высовываться. Ведь ты же не хочешь позорить семью. И избегать контакта с людьми. Как у вас дела? Мам, знаешь, я провел некоторые исследования, и эта штука, которая у меня на руке, ну, она абсолютно безвредна. Знаешь, я хотел уехать, стать ученым. Ты не думаешь, что ты можешь мне как-то помешать? Замолчи. Хватит.
Я просила тебя больше не затрагивать эту тему. Еще я просила носить тебя свитер с длинными рукавами. Почему ты меня вообще никогда не слушаешься? Мам. Убирайся. Пошел вон из дома. И вообще забудь, что я твоя мать. Просто не очень. Завтра все хорошо будет. Мне все равно, я уезжаю из этой квартиры. Извините. Черт. Извините, я не специально. Вы сами видели. Аня, и, кстати, вы только что испортили мою белоснежную футболку. Извините. Я не специально. Давайте я вам постираю, что ли. Парень, спокойно, я все равно ее не любила. И, кстати, я живу в соседней комнате, в том же хостеле, что и ты. Часто вижу тебя по утрам. Не спится? Ты как? Я в порядке. Люди, гипнотизирующие стену в 3 часа ночи, определенно точно не могут быть в порядке. Обмануть тебя, идея, обреченная на провал? На грандиозный. В чем дело? Это пино появилось у меня, когда мне было 16. Все очень плохо отреагировали. Доктор сказал, что у меня нет будущего. Мать выгнала меня из дома. Я пытался объяснить им, что в этом нет ничего плохого, и они меня не послушали. Я понимаю все. Я готов принять любой твой выбор. Знаешь, что дверь всегда будет открыта. Я понимаю, что я противен, но... Может, посмотришь на руку?
хорошая история. И зря ты так паниковал. Кто знает, может, мы две вариации одной и той же личности из параллельных вселенных, и сейчас нарушаем всевозможные законы физики, потому что встретились, и тут образуется огромная черная дыра. Давай уедем. Уедем из этого города, из этой страны, начнем новую жизнь, попытаемся исполнить все свои мечты. Ну давай, а куда? Не знаю. Хотя нет, знаю. В Орландо, там жила моя подруга. Ей нравилось. Поехали? Летом. Уедем ровно через 4 месяца.